Да, включил. Это епископский замок в славном городе Кури-Сааре, в центре острова Саарима, острове номер 4 в Балтийском море. Thank you.
знаменита, чем знаменит остров Саарема. В местном краеведческом музее есть все. Даже вот такой уникальный велосипед 19 века. Пожарный насос. А это бричка. Старинная бричка. Смотрите, какой граммофон, царь граммофонов. А это будни сельского хозяйства Курисаре. Рыбаки. Это историческая гордость Курисаре. И сельское хозяйство. Оно всегда было здесь на высоте. И этот остров Саарема всегда был славен хорошей сельхозпродукцией. Вот такие трофеи привозили эстонские рыбаки со своих дальних походов. Выпускали замечательные консервы. Ими всегда славилась Саарема. Вот фрагмент производства консервов знаменитых. Четыре тысячи лет назад на остров Саарема упал метеорит и получился кратер, воронка диаметром 120 метров и глубиной 22 метра. Тогда еще не было здесь людей. А это маки. Маки в пшеничном поле. Это просто красота. А это символ Сааремы. Сааремские мельницы. Здесь их превеликое множество, и все они очень и очень красивые. А это один из самых лучших пляжей Саарема. Пляж Кофтуна. Кофтуна Бич. А это одно из самых чистых озер на Сааремы. Озеро Каруяр. Достаточно большое озеро с очень чистой водой. Yeah.